Вот оно, лунное затмение. Вот внизу, прям внизу, вот здесь вот, вот внизу Марс. Ой, смотри, оно у меня чуть-чуть осталось и закроется, видно. Только там красным светом видно, а у меня в телефоне почему-то черным. Рами, смотри, прям видно, кусочек прям беленький справа остался. Сейчас полностью закрыто будет темное затмение вообще. Какие-то, не знаю, доли минуты, не секунды, а минуты остались, чтобы их закрыть. Марс так И неожиданно. звезды падали. Две звезды падало. Марс неожиданно так, да, появился. Да, Марс видно зато. Не было, не было, и бах. У меня уже почти все закрылось, почти. Сейчас совсем еще чуть-чуть и закроется он. Прям как шарик какой-то у меня в телефоне. Самое прикольное, когда она будет открываться. С какой стороны она будет, интересно, открываться? С левой, да? Ну. Она же направо идет, получается, или налево? Да, направо. Раз справа Так закрывает. закрылся, так закрылся. Да. Все, почти закрылось уже. Слева вообще у меня такая тень, как будто. Ну, это вот вдалеке как. Ну, кровавая. Пропорционально почти это. Ну. Марс под ним. Почему-то у меня черно-белые. Все видно. И так еле видно, что красный. Ну-ка, подожди-ка. Собаки. Все, закрылось, да? Все, затмение.